Врачи борются за жизнь пострадавшего при взрыве на птицефабрике «Сибирская». Сейчас он в реанимации. Состояние еще 4 человек удовлетворительное. Все пациенты, мужчины в возрасте от 50 до 60 лет, были доставлены в БСМП номер 1 с ожогами разной степени тяжести. Ожоги открытых частей тела, то есть это кисти рук, это лица, это шеи в основном. Прогноз для 4 пострадавших, о которых я упомянул, благоприятный. Мы не опасаемся за их жизнь. Тот человек, который находится в реанимации, вопрос сложный, очень тяжелая травма. Не можем ничего сказать конкретно на данный момент. Напомню, взрыв произошел в понедельник в здании канализационно-насосной станции птицефабрики «Сибирская». По предварительной информации, метан воспламенился из-за непотушенной сигареты. В результате происшествия один человек погиб, 5 пострадали, возбуждено уголовное дело.